Источник любви найден в Татарстане. В набережных Челнах открылся родник с таким романтичным названием. Правда, до того окружал это место совсем не чарующий антураж. До недавнего времени оно было завалено мусором. Восстановить некогда популярную территорию отдыха решили сами горожане. Два десятка человек объединили усилия, нашли спонсоров и облагородили площадку. Название специально связали с любовной линией, чтобы в будущем к источнику любви приходили молодожены.